Живописно поздравил танкистов командующий объединенными силами генерал Сергей Наев. На странице операции объединенных сил в соцсетях появилось видео, на котором танковые маневры сняты с высоты птичьего полета. Танкисты показывают свое мастерство, а гордость украинского оборонпрома машина «Булат» поражает цели и выполняет эффектные виражи во время танкового биатлона. Ну и работа за наше життя экипаж. Ни разу я просто не пожалел, что я стал танкистом. Гарна техника и знаешь, что всегда ты можешь помогти там, где никто больше не поможет.